Запись. Ладно, все, погнали. Продолжаем спустя хз сколько времени. Допроходить сюжетную линию Микки. 42-я неделя из 55. Мы ближимся к концу. Ближимся. Не-не, продюса! Микки Данс Ну и продюсер, хотите увидеть результаты трудов Микки в танцевальной школе? Ну, показывай. И что это было? Ну, короче, они, вижу, упороты и в хорошем настроении. Соскучились. Все как всегда. Окей. Ладно, второй Даллмастер. Утренние приветствия, вака-вака и так далее. Все как всегда. Еще бы вспомнить, какой. Итак, мы остановились на том, что... Ну, я вижу, мы взяли 14 уровень, это уже хорошо. И 4 сердечка. Это тоже очень хорошо. Это тоже очень хорошо. Чем займемся? Чем займемся? Да-да-да, Лиза, хорошо, что ты вспомнилась. Еще. Угадай префектуру, да, которых я никогда не буду знать, и... Хотя, может быть, когда-нибудь их выучу, если буду жить в Японии. Так. Блин. Можно заняться прокачкой до 16 левела. Или же... Нет, давайте на уроках пойдем все. Хотя нет, стоп. Мы же там вроде бы только начали новую песню. Так что мы должны ее раскрутить как можно лучше. Так. Можно взять выступление по всей... Ладно, берем. Мы там вроде бы стремились в топ-3 как минимум попасть. Я не помню, в каком топе мы сейчас. Как минимум в топ-20 я помню, что мы вошли. Так, менять костюмы. Ну, давайте посмотрим, что у них там вообще было. Что за песня-то вообще была? По-моему, Идолмастер Second Mix, да. О, господи, да. Дай пресеты. С костюмами все нормально. Нет, ничего не меняю. Блин, этот взгляд у Микки. Все, погнали, погнали. Нужно рвать. Пусть голыми поет, успех гарантирован. Нет, не гарантирован. Наоборот, срань будет. Все закидает капустами. Yes.
Ну что ж, погнали. Любимая мини-игра. Изи. Так, как минимум шестое место. Окей, погнали. Так, ну, мы прошли, но третье место. Да, вот что значит бросать игру на полгода. И у нас вообще релишн, оказывается, тут у нас песня. Ну, по-любому, новый рекорд. Так, привет, Сократ. Здорово, no time to wait. Это... Зачем ты написал это слово? Название той игры в моем чате. Не пиши ее больше никогда.
Да. Замечательно, замечательно. Просто замечательно. Ну... Ну, Лиза, они одни из самых лучших. Я еще когда в первый раз играл в игру, использовал их. Потому что тогда у меня открытых больше не было. Других. Но это не важно. Так, какой-то шумиха. Ой, извините, прошу прощения. Вы случаем не ранены? Что? Нет, я не ранен. О, господи. А тут у меня большая шумиха была только что, потому что очень много фанаток, девушек окружили меня, и я с трудом от них вот только что убежал. Ну, девушек привлекает моя красота, и само собой это честь для меня в конце концов. Но и они меня преследуют везде, куда я иду, господи, подмедленнее. Ну знаешь, в любом случае я рад, что столкнулся с тобой, а не с какой-нибудь девушкой из девушек. Ну, в любом случае, жаль, что ты некрасивая девушка, но я пошел. Чао. Иди ты в жопу. Блин, ну он реально как педик разговаривает. Другие еще более-менее его разговаривают как пацаны. А этот реально как педик. Да и вообще как-то внезапно я с ним столкнулся. Очень давно искал. Ну, Сократ, 220 песен. Я думаю, как минимум найдешь много любимых песен. 22 июня. Блин, лето просто какое-то. Ладно. Кстати, как со звуком? Нормально сейчас? Все. Это называется мечта девушек. Ну, Лиз, судя по моему анализу, не совсем так. Ну, девушек-подросток. Каких-нибудь малолеток. Точнее, мечта малолеток, вот как будет правильно. О, господи. Мику на первом месте, Юпитер на втором месте. И снова Мику на третьем месте. С песней Melt. И потом Юпитер на 17-м. А у нас Idol Master Second Mix на 21-м. Релишн у нас, кстати, еще не... Релишн у нас еще не появился. Ну, кстати, мы, да, он скоро должен появиться, поэтому мы должны как можно больше делать выступлений. Ну, Лиз, ну тут я не знаю. Тут я не знаю, потому что я не знаком с тем жанром играм особо, так что не могу ничего сказать. Ну, давайте посмотрим, что тут у них. Наслаждайтесь.
Хорошая песня. Хорошая песня, да. Песня все-таки хорошая. Так, ладно, давайте очистим все от зла с помощью Мику. И потом пойдем дальше по сюжету, а то что-то мы тут можем застрять надолго. Да, Мику замечательно. Но вернемся к Мике. Идите домой. Не хочу с вами ничего делать сегодня. Так, ладно. Продолжаем. Стремимся к тому, чтобы как можно выше в топе попасть с нашей песней.
Relation. Потому что у нас дальше по сюжету, если кто не знает, что у нас дальше. Дальше у нас битва с Юпитер, и мы должны их одолеть. Еще какой-то ивент с Микки, и потом финал. Так, тут как всегда веселье, точнее они веселые, с ними все хорошо. Так, ну, берем Микки. Блин. Да, видно, что я давненько не играл. Ну ладно, пофиг. Надеюсь, это сильно не повлияет на их настроение на следующей неделе. Так, ладно. Нужен какой-нибудь жесткий ивент. Вот, можно вот этот взять. Потом, что еще есть тут? Ладно, берем вот этот. Или нет, лучше. Лучше вот этот. Так, тут если повезет, будет еще и второе выступление. Впятером. Приглашу я. Адзусу и Такана. Так, костюмы не вижу смысла менять. Они и так топовые. Я их собирал в прошлый раз же. Хотя, если поэкспериментировать, может что-нибудь получше можно найти, что поднимет стата еще выше. Наверное. Но мне лень. И так сойдет. Половничок, здорово. Ну, как всегда. Солар от рандома. Вот от чего зависит. Как бы там есть фигня с настроениями, но что-то я заметил, что она ни на что не влияет. Ну, сейчас посмотрим. Если придут, значит круто. Если нет, то плохо. Погнали. We'll be right back.
Круто, хорошо сыграно. 42К, новый рекорд, само собой, поставлен. Это, по идее, должно очень хорошо сказаться на место в топе потом, когда мы там появимся. Ну и... Да, пришли, замечательно! Адзуса и Таканы. Ой, извините, я, наверное, поздно немного пришла. Я случайно завернула не на ту улицу, да потом я еще и дверь перепутала, но надеюсь, что все будет хорошо, сказала Адзуса. Это стоило того. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне сегодня. Я очень рада, что буду выступать со всеми сегодня на этой прекрасной сцене. Такана. Да и Адзуса. Вайфу номер один, вайфу номер два. Вообще счастье. Кстати, Лиза, тут у меня скоро Тайку на стрим появится, походу. Так. Чтобы заставить их спеть. Пятером. Давайте Идол Мастер Second Mix. Уж слишком мне нравится эта песня. Все ок, все ок. Хотя... Ладно, пофиг. Все, файту, файту, погнали. Не, Лиза, просто Тайку, не Идол Мастер. Блин, ну это просто... Ну, просто не знаю. Настолько шикарно, что я даже не знаю. Столько позитивных эмоций. Я просто... Блин, обожаю Идол Мастер. Они взорвали Будокан. Да они взорвали всю Японию. Уже давно.
Блин, это было реально прекрасно. Такане, Азуса, спасибо. Так, продюсер, спасибо вам за усердную работу. Лайв прошел успешно. Да, давайте пока. Пока, девочки. Оп, и дальше. В этой локации еще остались талисманы, которые я не купил. Или нет? Ну, Максимус, вижу, ты еще жив, так что нет, не погибли. Пека в конце. Ой. Зачем я закрыл? Ну ладно. Да-да-да-да. Домой. Вообще-то Микки говорит Хайдано в конце. Это, типа, она соглашается в уважительной форме, или типа того. Так, вижу настроение у них. Все хорошо. Это радует. О, подарок. Ну и насчет просто нано, там означает, что типа вот так или вот так, или типа таковое, или типа того. Так, ладно, утреннее приветствие. А тут изи. Ну что ж, погнали дальше рвать. Рвать Японию и захватывать ее. Идолский поход продолжается у нас. Итак. Че, пойдем снова взорвем что-нибудь тут? Ну, в смысле, какую-нибудь сцену. Лиз, как бы в топе могут быть все песни, если они, конечно, не вылетают из сотни. Могут быть. Как бы новой только одна. У меня есть старая новая. Старая, которая была Idol Masters и Convix, по-моему. И Relition это вообще новая-новая, которая только сейчас. Могут. Могут вообще все пять, если постараешься остаться в топе и не вылететь. Там это зависит от продаж, как они продаются. Выбирать фанатов. Очень важно. И то, и другое. Это одно и то же. Так, что у нас тут есть? Ну, вот тут можно устроить снова на пятерых. И я так и сделал.
Ха-х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 а-
Нет, Лиза, на самом деле все очень легко. Единственная проблема, которая у тебя может быть в Idol Master 2, это японский язык. То, что все на японском, и ты ничего не понимаешь, если не знаешь японского. Это единственная проблема. Все остальное даже очень легко. Ладно, давайте сюда. Кинава. Ну, так как Такан и Ядзуса пришли, берем снова их. Неверных своих. Ну, да, Максимус, типа того. Да-да, вот Сократ, типа того. Файто. Что-то у нас упоротость пошла, но ничего. Так и надо, ребят. Вперед. Давайте сменим основной костюм. Хоть он топовый, но разнообразие не помешает. Кстати, Лид, здорово. Я что-то прослоу получил. Но это не подходит под релишен, но костюм красивый. Что не хватает в Idol Master on Furrow? Вот это. Китайский. Ну, китайская платье тоже хороша, но под эту песню она вообще не впишется. Как по мне. Под релишен нужно что-то более темное. Яркие костюмы ей не подходят. Эту вот китайское платье, китайский костюм, ну, есть одна песня, под которой более-менее, я думаю, что она идеально будет смотреться. Синяя неплохая, но слишком она яркая. Не, это все-таки лучший вариант. Хотя еще вот это. Но я решаю из статусов визуала. Причем неплохо параметр падает. Ладно, не будем менять костюм. Потому что лучше этого под релишем. Не знаю. В этой части нету, как минимум. Вот в One for All там есть один костюм, который подошел бы тут вообще идеально. Так, все, погнали, погнали. Сократ, ну хорошо, наверное, но если честно, я ни хрена не понял его. Да. Максимус, и вы мои подданные слуги. Моя песня уже в топ, я могу менять, но нужно релишен. После этого концерта можно пойти немного пофармить. Я не уверен. Да, есть, угадал.
Как же хорошо, что эту мини-игру вырезали вы One for All. Хотя в Platinum Star, может, завернется. Потому что в Platinum Star там столько мини-игр, что моя душа прямо согрелась. Прекрасно. И еще новый рекорд поставлен. Ну, в следующий раз у меня 42 было, в этот 44. Ну, в следующий раз 46 надо сделать. Тут больше 50к, по-моему, очень тяжело сделать. Так, и... Ура, пришли! Хорошо. Азуса в этот раз не потерялась никак, нигде. Все нормально с ней, хорошо. Сэр, надейся, все надеются. Ну, кстати, вот эта стратежка, что вышла. Хоть ее все хвалят, но я... Мне вообще она не зашла. Опять эти орки, это фэнтези, меня плевать уже тянет. Хочу 40 тысяч. Так. Какую песню в этот раз взять? Ну, Максимус, она норм, но я говорю лично про себя, я не особо... Ну, сэр, те орки, что в 4К, они получше, поинтереснее. Ну, не знаю, мне больше нравится тот сейтинг. Этот как вообще... Помню, была еще мамошка какая-то, как-то пробовал тоже, завязал быстро с ней. Короче, я думаю, вы мою мысль поняли. Да-да, погнали уже. Файто. Файто.
Окей, замечательно. Так, ну, песня замечательная, но что-то мне Микки не нравится, как. Слишком она орёт, что ли. Ладно, в целом нормально. Так, а что мы это заговорили про Вархаммер? А, да, вот почему. Инквизиция идолов, что пронесется по всей Японии. Да, Лиз, можно и так сказать. Она слишком убивается. Ну, потому что нужно их... Нужно тут вообще другой состав. В этом составе с Хани Хартбит вот так себе. Как бы сойдет, но можно лучше. Так, я вижу, что наша песня в топ-20. Я ее уже вижу. Сейчас нам ее покажут. 17 место. А нам нужно топ-10. Что? Юпитер побили Мику. И теперь Юпитер на первом месте. Мику на втором и третьем месте. Да. В туболетке. Давайте послушаем конкурентов. Макото. Зря я ее включил, ну ладно. Ладно. Все, ладно, хватит отвлекаться. Надо проходить. Может, сегодня хотя бы Юпитер. Хотя, не, вряд ли успеем. Там, в последней неделе. Там, побеждаем Юпитер. Эвент с Микки. На полчаса диалогов. И потом уже на церемония награждений. И конец.
И все это за часа два пройдется. Так. Ладно. Идем дальше. Ну, Сократ, вообще-то тогда молния аппаратуру сожгла все чертя. У всех. Хотя у них там, у Юпитера вообще были неисправности. Ну все. Типа. Ну, в тот раз им просто повезло. А в этот раз мы их порвем, как тузик грелку. Наверное. Окей. И... Блин. Я могу или осчастливить Хибики Йой, Юкихо, или только Мики. Извините, девочки. Но Микки важнее. Она лидер. Итак, ладно. Вижу, настроение падает. Ладно, устроим событие, что будет по всей Японии. Ну чё, а то что-то фанат у нас падает. Так, ну костюм не меняем. Все, погнали, погнали, погнали. После этой песни идем тренироваться. Нужно хотя бы 15-й левел взять. Хотя мы и с 14-м сможем Юпитер победить, но все же. Окей. Стоп, что? Блин, я выбрал автомат. Лучше бы они эту опцию мне не дали. Ну да ладно. Я опять забываю про нее и тупо нажимаю все. Ну ладно. Устроили, бля. Так, что на стопу? Блин, мы там на втором или третьем месте. Ладно, пофиг. Блин, какого черта инверсии крестика и нолика нету во втором Идолмастере? Я привык к новой части, теперь к свету играть.
тяжело, потому что путаешься. Срань. Ладно, идите домой. О, чё, уже? Так, я что-то пропустил, что ли? У нас вроде бы это уже все было. Ну ладно. Так. Такое чувство, что я что-то пропустил. Ну да ладно. Так, ладно. Сейчас посмотрю. Так. Так, эй, милый. А у тебя же завтра выходной, верно? Микки хочет снова пойти с тобой по магазинам. А чё так внезапно? Опять что-то на уме купить? Микки, возможно, слишком торопится, но она слышала от друзей из Америки то, что там онигири нету. И типа того. И что? Будет очень плохо, если ты не запасешься нужными ингредиентами, которые тебе понадобятся для нигири. Так что давай завтра встретимся в 9 часов утра в том же самом месте, в котором и ранее. Раньше. Ну, как бы, да, если кто забыл, продюсер уходит в Америку. И Микки хочет... Ладно, Микки положила трубку там что-то. До того, как ответили. Что-то насчет того, что она думает, что действительно не знает, как делать рисовые онигири и так далее. Ладно, следующий день. Так, я решил прийти на 15 минут ранее сегодня, чем в прошлый раз, но все же она опять была тут раньше меня. Да блин, Микки что, вообще приходит тут ночью? Микки, доброе утро. Вижу, что ты сегодня рано пришла. О, милый, доброе утро. Микки была так возбуждена тем, что пойдут с милым в магазине, поэтому решила прийти пораньше. Ладно. Что там научить? Ладно, блин. Мне нужно тебя кое-что научить. Даже если у нас выходной, ты должна удостовериться в том, что другие люди... Точнее, у других людей нет уже планов, прежде чем им звонить и куда-то их приглашать. Ой. Извини, милый. Микки забыла. Но она больше не простит. Но ты же ведь ее простишь, верно? Как будто у меня есть выбор. Что с тобой сегодня?
не редко увидишь тебя, что ты ведешь себя вот так. Как, почему? Ну, ведь муж и жена. Она упоролась, что ли, по полной? Ой, господи. Муж и жена. А ведь поклялись быть всегда вместе. Это же основа брака. Счастливого брака. А вот почему... вот почему мама постоянно ей тоже говорит такие вещи. Короче, мама тоже говорит Мике такие вещи постоянно. Да и ее друзья тоже. Поэтому она подумала, что почему бы не попытаться укрепить наши узы еще лучше. Мике, ты сказала муж и жена? Ты говоришь о нас? Ну, короче, ладно. Блин, я не выбрал правильный ответ. Ну ладно. И так сойдет. Привет, Султан. Так, что-то насчет того, что Хани... Фу, Хани. Милый, короче, будет в Америке, там он не сможет себе приготовить эти анигири, потому что не будет из каких материалов, поэтому Мики решила помочь ему запастись и научиться, что ли. Типа того. Так, что? Ты что несешь? Откуда у тебя такие мысли вообще? Мики с самого начала не хотел остановить своего милого, того, чтобы он ушел в Америку. Потому что там он ведь станет просто еще лучшим продюсером. А, она решила, он не оставил, она убьет его. Ладно, неважно. Поэтому поэтому Мики решила, что отныне Мики не будет. Продюсеру не придется позаботиться о Мики как идола. А пусть продюсер лучше позаботится о Мики всю свою оставшуюся жизнь в качестве жены. Бугага. Окей. Окей. Так, я не могу поверить в такое. Она что, реально задумала нечто подобное? Так, что же мне делать теперь? Поэтому, как Мики сказала раньше, сегодня мы закупимся ингредиентами для приготовления нигири на целый год вперед. Ну, пошли. Мики, не тащи меня за руку. Эй, милый, посмотри. Там какой-то магазин, короче, где продают еду и всякую ингредиенты. Нам стоит туда тоже пойти. Мики действительно очень сильно переживает, поэтому хочет удостовериться в том, что...
что точно закупится сполна. Дофига, короче. Вы поняли. Эй, милый, с тобой все хорошо? Почему-то так внезапно ты стал таким тихим. Или, возможно, ты злишься на Микки? Потому что она сама решила, что собирается пойти вместе с тобой в Америку. Микки, ну не скажем, не сказать, что я как бы злюсь по этой причине. Обычный бы парень был бы на моем месте просто очень счастливым. Особенно увидев, сколько ты делаешь для него. Милый. Зря я это сказал. Да, но в то же время, я же все-таки твой продюсер. Я хочу увидеть, как ты, типа, вырастешь. Будешь окружена большими фанатами. И с тобой, Микки, у меня противоречивые чувства, и я не знаю, каким довериться. Короче, довериться чувствам любви или чувствам работы, идола и так далее. Но, продюсер. Секунду. Так, продюсер что-то ей втирает, что-то. И Микки, короче, закрывай глаза, когда ты. Когда ты одна и вспоминай самые счастливые моменты, которые ты помнишь. Просто я не понимаю, чтобы она сейчас это сделала или потом. И попытайся вообразить себе, как все происходит. Хорошо, попробуем. А, сейчас все-таки. Ребят! Микки очень счастлива, когда вы ее очень сильно поддерживаете. Микки хочет представить вам партнера, который она очень сильно любит. Стоп, что? Ну, Микки, что-нибудь вообразила? Ну, как она была на сцене и все голоса там. Вот как. Ну, Микки, ты для меня очень дорогая. Я благодарен тебе за твои чувства, которые ты испытываешь ко мне. Однако, только из-за этих чувств я не хочу, чтобы ты отказался от своей истинной мечты, которая находится в твоем сердце. Твой энтузиазм — это очень важная часть тебя. Однако, не нужно менять свою мечту на любовь ко мне или типа того. Я прошу, чтобы ты подумала об этом еще один раз тщательнее. Серьезнее. Так, что у нас тут за варианты? Тебе действительно нужно все что-то там. Даже не знаю, что взять.
Что на самом деле самое важное для тебя? Не думай только обо мне, твоих фанатов или остальных девушек, или всех остальных вообще. Послушай, я не хочу, чтобы ты сделала решение, о которой потом будешь жалеть. Да, но Микки уже очень хорошо подумала об этом. Она сейчас как бы не делает виду или типа того. Потому что вот такая ситуация случилась с продюсером и то, что он уходит. Она любит продюсера. И она хочет быть с тобой больше, чем что-либо вообще. И она уверена в том, что это ее истинные чувства. Однако... Но она думает, что когда приняла это решение, она никогда не задумывалась о чувствах других девушек в группе. Не о президенте, не о Каторе. И вообще кому-либо. Ну, Микки. Моя работа заключается в том, чтобы воплотить мечты всех в реальность. И иногда ради этой цели я должен отказаться от своих мечты. Блин. Не успел. Микки, конечно, понимает. Микки попытается еще раз хорошенько все это обдумать. И она подумает не только о том, что она хочет, но и об остальных тоже. Микки же лидер, в конце концов. И это нехорошо, если Микки будет проводить все свое время, делая только то, что она хочет. Ей нравится. Типа того. Да, думаю так. Продюсер, извини, похоже, Микки блин, как это слово, ну, короче, что-то типа была не в себе и поступала необдуманно. И доставила тебе очень много неприятностей. Максимум 100% будет. Я же сказал. Короче, Микки, что бы ты ни решила, начинаешь с этого дня, я не хочу, чтобы ты пошла по пути, из-за которого у тебя будет лишь неприятности из-за меня. Микки очень счастлива, что ты сказал это. Ну ладно, на сегодня Микки пойдет домой. Так будет лучше. Пойди домой и подумай обо всем, что мы сегодня обсудили. И то, что ты на самом деле хочешь сделать. Нет, и чем ты хочешь действительно заниматься отныне. Да, но еще одна важная вещь.
она хочет сказать перед тем, как уйдет домой. Продюсер, позвольте мне посмотреть на ваше лицо. Что-то не так с ним, что ли? Воу! Ребят, мне кажется, она решила. Ну, тогда, продюсер, увидимся. Буду ждать с нетерпением следующей нашей встречи. О, господи. Только не говорите, что только что мы в подобном месте сделали нечто подобное в окружении кучи людей. Блин, остальные сейчас могут подумать, что она моя девушка или типа того. Если кто-то разузнает, что она идол, то проблем не оберешься. Блин, Микки реально... Микки топич, да. Сюжетная линия с Микки вообще. Да тут они все интересны. Следующая будет Хибики увидеть. Ай. Блин, это было замечательно. Но местами сложно. Но, надеюсь, вы все поняли. Вы ведь все поняли, верно? Продолжение в Додзинси. Или типа того. Ладно. Когда и во сколько? Максимус, как только выйдет, так сразу будет по вечерам. Скорее всего, на второй стрим. Типа того. Я же сейчас на хайпе только сижу и жду. Трейлер, который вышел последний, я его посмотрел раза 10. Ну, потому что, блин, это реально очень крутая вещь. Так. Так. Вот он. Хе-хе. Правильно. Так. Ну, смотрите, с одной стороны, продюсер говорит правильные вещи, потому что, ну, конечно, любовь и все это, конечно, очень хорошо. Но, блин, не нужно поступать необдуманно. Но, с другой стороны... Черт, один раз живем! Так, ладно, все. Сегодня у нас уроки. Танца. И... О! Появился ивент Висперия. Блин. Я бы его прошел, но он ад. Давайте визуал. Ой, блин, что я делаю? Раз. Эй, вы там живые, чё, или как? А ну, проснулись. Сюжет закончился, можно просыпаться. Так, нет, ничего не меняем. А вообще-то и не нужно наши уроки.
минус Solar. Я не прав или продюсер? Хотя стоп, есть продюсер. Да не бойся, я все нормально. Увидишь. Пройдено. О, 15-й левел. Замечательно. Ну, дальше идти смысла особого нет. 15-го левела. Наверное. Этого мне вполне хватит. Хотя мне и 14-й хватало. Все. Так, дальше у нас визуал. Блин, вот, кстати, там новые мини-игры показали в новом Middlemaster, Platinum Star, но... Вот насчет мини-игр, связанных с танцем, не показали. Может вернуться в старую. Вот это, кстати, вернется в новой части. Да, блин. Блин, два раза нажал. Так. Не торопись. Что-то я сегодня очень плохо. Обычно я вообще тащу тут как царь. Ну ладно, пофиг. Так Максимус, в этом и смысл. Она тут не нужна, эта срань. С нею будет вообще слишком легко, и как бы смысл она потеряет. В этом и прикол. Насколько же народ деградировал? Да блин, твою ж, я опять нажал кружок вместо крестика, чтобы добраться до первого места. Там у нас песня на третьей. Просто два года назад у меня таких комментариев в чате не было. А сейчас есть. Потому что раньше понимали смысл, почему так сделано. А сейчас вижу, что нет уже. Ты
И как ее может не хватать, если ее никогда тут и не было? Времена меняются. Да, времена меняются, народ тупеет. И это печально, если честно. Так, ладно, давайте последнее. Устроим какой-нибудь концерт, и потом можно на сегодня закончить. И в следующий раз мы ее добьем уже. 47-я неделя. И Такана, они вроде бы не подвели в последние два раза. Ну да, Максимус, ты прав, она очень прикольная. И я бы ее хочу... Нет, я бы ее не захотел. Я ее хочу, но... Но, увы. Обойдусь. Да и сыграть не с кем. Так что... Просто будет пылиться на пол. Ну, тут изи было угадать. Погнали. Love, love.
Блин, ребят, да вы посмотрите на это. Сначала 42 косаря, новый рекорд. 44 косаря, новый рекорд. 46 косарей. Блин, да я даже не знаю, как это назвать. Реально, я сказал шутку тогда, может возьмем 46 дальше. Оказывается, это была нифига не шутка, я смог это сделать. Привет, Скаймал. Ну, вообще-то, мастер Лиза, ну, это плод долгих трудов, так сказать, задротства и так далее. Вообще-то, на самом деле, все очень легко угадать, что она говорит. Просто если слово состоит из нескольких слов, там, из двух, то она делает паузу, там, на секунду. А если из троих, то делает две паузы. А если слово короткое, то она ее быстро говорит. А если она короткая... Нет. Если она короткая, то она быстро ее говорит. Если она долгая, то она больше говорит без перерыва. Изи. Можно угадать. По губам. Там уже ко второму-третьему прохождению привыкаешь. Такана и Адзуса нас снова не подвели. Нет, Скаймал, это второй Идолмастер. On for all мы пока что закончили. Сейчас концентрируемся на вторую часть. А то скоро Platinum Star и там вообще. Рейди берем. Да. Smoking Trial вообще-то правильно. А не смоукли. Ладно. Это говноедство уже называется с моей стороны. Ну что ж. Ready. Это было замечательно. Сократ, да нормальное аниме, ты чё? Она нормальная для всех, вообще-то. Я ее уже смотрел. Два раза, или три даже. Не помню точно, но это было давно. Я уверен, что всем понравится. И мы немного, конечно,
попадаем под 242-ю. Но вот именно, что мы находимся там на границе, но именно на ней не попадаем. Наверное. Хотя мне можно, я не в России, а в Италии. Так. Охренеть! Ребят! Топ-2! Топ-2! Остался, блин... Мы... 30 косарей нужно. 30 косарей продаж. И мы победили этих... Этих ублюдков. Но топ-2 это реально серьезная вещь. Они затащили как царицы. Мои спящие королевы. Да. Круто, круто. Это очень крутой результат. А мы догоним. Вероятность есть. Учитывая, что мы рекорды били 3 раза, и это за, собственно, 2-й рекорд, мы получили топ-2. Сейчас вот за 3-й, который только что был, это где-то через 2 игровые недели, мы, по идее, может, получим топ-1. Есть, есть шанс, шанс есть. Так что будем надеяться, что мы возьмем топ-1. Если берем топ-1, то... То это хорошо. Но true эндинга нам по-любому не видать. Ладно, все. Продолжение следует. Хотя стоять сначала смс. Приветствую, Ролла. Ты наконец с первого стрима. Фотография от Макото. От Юкихо с Макотой. Спасибо вам. Ладно, продолжение следует.